пришел, я тебя ждал. Давай я тебя провожу до регистрационной палаты в отделе кадров. Здравствуйте, сэр. Не отвлекайте меня сейчас. Я привел его. Гордон Фриман. Пожалуйста, предоставьте нам комплект документов и письмо предложения работы, чтобы мы смогли зарегистрировать вас как нового научного сотрудника. Окей, регистрация займет несколько минут. Пожалуйста, подождите здесь. Гордон, прости, мне срочно нужно идти, я ведь и так опаздываю. Привет, Изи. Привет, Элай. Ты как раз вовремя. Ты поможешь Гордону обустроиться в Черной Мизе? Просто у меня совершенно нет на это времени. Нет проблем. Спасибо, Элай. Слишком много. Вы же Гордон Фриман. Глянь, много про вас рассказывал. Вы будете работать со мной в тех 3C, в лаборатории аномальных материалов. Гордон Фриман, регистрация окончена. Как говорил в письме, вы получаете 3-й уровень допуска, а также квартиру в общежитии. Ее номер 309, запомните его. Сканирование сетчатки глаза можно провести позднее, так что не забудьте пройти обучение по использованию хэд-костюма. Желаем успехов в начинаниях. Пойдем, Фриман, я покажу тебе общежитие. Трудно сказать.